Так приятно смотреть, как теперь два моих сыночка играют. Вот только один был Кирюша, теперь уже Лёва есть, да? Так классно. Это прям мед для материнских глаз. Любимая собака. Лёва. Лёва у нас пока не ползает, но перемещается уже так достаточно активно. Может начать лежать где-нибудь вон там, а потом оказаться вот в другом конце, потому что своими какими-то переворотами, движениями он уже перемещается так уверенно. Мы освободили с Лёвой сцену. Теперь очередь Кирюши показывать нам какие-то трюки. С Лёвой будем смотреть. Ну что, давай. О-о-о-о! Это брейкданс, да? Ничего себе! Ну хорошо, хоть и коврик мягкий, не убьется. О боже! Кирюша, аккуратней, пожалуйста.